Сегодня делаем вот такой вот фонарь с огоньком внутри для фотозоны. Для этого нам понадобится картон, с которого мы будем вырезать стороны для нашего фонарика, краска черная, кисточка для краски, цепь вот такая вот золотистая, фатин оранжевого цвета, ленточка черная атласная. Начинаем нашу работу. Начинаем с того, что вырезаем из картона вот такую вот заготовку для сторон нашего фонарика, которую дальше мы красим в черный цвет. Для фонарика из картона нам понадобится также дно и верхушка. Вырезаем относительно размеров нашего фонарика, наших сторон фонарика. После того, как наши частички подсохли, мы делаем огонь из оранжевого фатина. На каждую из сторон нашего фонарика мы прикрепляем целлофан. Это будет как стеклышко. И вот такое вот стеклышко у нас получилось. Дальше соединяем все наши стороны и с дном, и с верхушкой. Следующим этапом будет нанесение золотистой краски на края нашего фонарика. Вот так вот небрежно макаем в краску и точными движениями наносим ее на нашу основу фонарика. Вот мы уже покрасили золотистой краской наш фонарик со всех сторон. И дальше прикрепляем цепь. Мы уже завершили приготовление нашего фонарика, и вот такое вот изделие у нас получилось.